Славянский район – это не только тенистые парки, и удивительные сады и плодородные нивы, но и уникальные по своим природным богатствам территории заказника Приазовского. Сохранение и разумное использование этих ценных угодий – задача очень важная. И для ее решения прилагаются все усилия. Посетители заказника – это прежде всего отдыхающие, которые приезжают сюда не только с Кубани, но и со всей России, не всегда проявляют заботу о чистоте территории. Хотя, казалось бы, разве это трудно не оставлять после себя мусор? Пакеты, обертки и пластиковая посуда разлагаются многие десятки и даже сотни лет и весьма опасны для рыб и птиц. Поэтому уборка побережья Азовского моря, в которой приняли участие славянские волонтеры, сотрудники Кавказского заповедника, представители управления по делам молодежи и Ачуевского сельского поселения, мероприятие очень нужное. И, конечно же, очень важно сохранять эту территорию в плане, даже вот в планетарном масштабе, так как данная территория, государственный природный заказник, да, федеральное значение Приазовский, она имеет международное значение, так как она внесена в список водно-болотных угодий международного значения, главным образом в качестве места обитания водоплавающей птицы. И, естественно, для нас очень важны вот такие вот сборы волонтерские Славянского района. Не все люди понимают, как важно беречь природу и что останется после нас. А пластик, как известно, ну, он разлагается долгие десятилетия, попадает в... Ну, все это понятно, да? То есть попадает в почву, естественно, потом попадает в воду. И это очень пагубно влияет не только на человека, но, естественно, на окружающих. Мир, и в том числе на птиц. Благодаря тому, что здесь, опять-таки я напомню, здесь проходит миграционный воздушный коридор птиц из Европы в Африку. 232 вида птиц, причем 35 из них занесены в Красную книгу, обнаружены на территории заказника. И все это богатство нуждается в чистой природе. Живописный пляж, где любят отдыхать славянцы и гости нашего муниципалитета, должен быть очищен. Так решили неравнодушные люди и выполнили намеченное. Привезли ребят. Вот, значит, мы купили инвентарь, значит, мешки, и сейчас планируем навести здесь порядок. Вот. Тем не менее, вот если вам видно, стоит много мешков по мусору. Сейчас заказали машины, будет вывоз мусора. Я считаю, это нужно делать постоянно. Вот, но в этом году пока первый раз мы это сделали. Планируем на осень такое же мероприятие. Вот пока Лебяжий берег мы почистим. Будем зачищать еще другие места. В этом году осенью планируем проехать по реке на лодках, почистить, где рыбаки рыбачат, то есть эти места. Надо было видеть, с каким энтузиазмом убирали участники этой экологической акции прибрежную полосу, извлекая из песка около деревьев различный пластиковый мусор. Мы прибыли сюда из Славянского электротехнологического техникума для проведения уборки на данной территории. Так как это тот же наш Славянский район, нам здесь нужно следить за порядком, за чистотой. Добросовестно участвуем, убираемся. Участники акции убрали порядка 300 метров береговой полосы. Чтобы полностью очистить этот участок берега, нужны еще усилия. И еще очень важно уберечь эти прекрасные места от нового мусора. Ведь уборка тут проходит уже не впервые. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».